Девочки, привет! Эмилия уже положила в нее игрушки. В общем, шила я эту сумку из полульна. Подклад там тоже полулен, сумочка полностью на подкладе. Здесь есть застежка на кнопку с выточками, то есть она не плоская, имеет объемную форму, оборочки и ремешок. Ремешок вот можно, я сделала подлиннее, чтобы на вырост, соответственно, сейчас я завязала на узелочек. Такая прелесть. Девочки, сейчас оставлю ссылку на выкройку, буду показывать полный процесс пошива. Можем шить вместе, присоединяйтесь. Это выкройка сумки с выточками. Здесь загибаем, получается, выкройка подклада и выкройка обтачки. Это у нас внешняя часть. Продублировала. Две детали обтачки. Их тоже продублировала. Две детали подклада. Это будет деталь ремня, пояса и деталь оборки. Ширина 8 сантиметров. Утюжила пополам. Здесь буду прокладывать строчку для сборки. Начинаю пошив с выточек. Стачиваю выточки на детали подклада и верха сумки. Строчку прокладываю на машинке, потом наши выточки все разутюживаю. Соединяю строчкой на машинке детали подклада и обтачки. Шов заутюживаю на сторону подкладки. Делаю разметку под кнопки. Устанавливаю кнопку прессом. У меня кнопка диаметром 15 мм. Подготовим ремешок. Для этого складываем лицом к лицу и прокладываем по всей длине строчку на машинке. С помощью булавки я выворачиваю деталь ремешка. Деталь потом утюжу и прокладываю две отделочные строчки по краям. Деталь оборки складываю пополам, утюжу. Края наших оборок я стачаю на машинке. Выворачиваю, уголки расправляю, утюжу. По необработанному краю проложу две параллельные строчки на машинке шагом 4 мм для формирования оборок. Тянем за нити, формируем сборку, равномерно распределяем, закрепляем булавками. Потом прокладываем строчку на машинке, удаляем вспомогательные нити, соединяем лицом к лицу детали верха и подклада. Прокладываем строчку на машинке, шов утюжим на сторону подкладки. С лицевой стороны обтачки прокладываем строчку на машинке на миллиметр от шва, тем самым закрепляем припуск. Перегибаем по шву, заутюживаем с небольшим перекантом. Закрепила по краям сумки детали ремешка, лицом к лицу сложила большие детали, проложила строчку на машинке, на подкладе оставила место для выворачивания. На закруглениях сделала надсечки, вывернула, отутюжила, зашила техническое отверстие. Все, наша сумочка готова.